Привет всем, мои маленькие любители подарков. 19 число, и нам завезли новое чудо. Как я уже показывал в этом видео, я не ошибся. И большое спасибо нашему МС, что мне подсказал о том, что, скорее всего, ведут то, в чем накосячили. Как обычно у нас происходит. Как с конфетницей, информация появилась немножко раньше, чем ее ввели. Также и с силовым конденсатором они немножко прогадали, добавив еще один заряд. В общем, немножко спалились. Итак, давайте посмотрим, что же у нас в подарках. Поехали. Итак, силовой конденсатор на X2. Теперь использование в день. Вплоть до третьего у нас один, дальше вплоть до шестого, ребята, у нас два раза. И, конечно же, там выше, выше и выше. Но самое интересное, получение или увеличение силы на 60% на 15 уровне. Как же его будут качать? Причем самая интересная, уникальная способность, которая появляется на 15 уровне, дает возможность увеличить крит на 5%. Это очень много и действительно очень имбалансно. Многие будут качать. Не знаю, у меня он есть, никогда не выпадал. Если выпадет, ну честь ему и хвала. Но если не выпадет, ну и ладно. Ну вот как-то так. Ну и конечно добавили у нас кольцо всевластия. Многие его качают. Многие его не качают. Если будет падать, то будет падать. Но я в эту акцию закупаться не буду. Думаю, мне здесь делать вообще, скорее всего, нечего. Но если будут что-то, может, и куплю. Но, скорее всего, я оставлю все на подарки 3 в одном. Данная акция будет до 25-го, смотрите, включительно. То есть 26-го числа появятся 15 тысяч наборов 3 в одном. Где, скорее всего, будет крионизатор. Ну, здесь как бы, ну, давайте разбираться немножко. Сейчас вот он у меня плюс 3. Ну, и думаю, что все на этом. Как бы он выше у меня, наверное, не будет падать. Подарочки я скупил. Фазы, короче, которые у нас каждый раз обновляются, я тоже уже повыкупал. В общем, я очень доволен. Но не покупая снежки, не знаю, по-моему, беспонтовый расход в виде таких гранат. Не знаю, что с ними делать. Ну, хотя бы так. Ладно, будете ли вы качать силовой конденсатор, конечно же, пишите в комментариях. Ну, ваш любимый доктор качать его просто не будет. Ну, не знаю. Ну, докачать в топ у меня не получится. Ну, а более низкого уровня, ну, он такое себе. Вообще не тянет. Нет. Ha 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 ha.